Всем привет! Сегодня 7 августа. У нас теплая, хорошая летняя погода. На улице ветра нету. По поводу ситуации, ребят. Ночь прошла спокойно, только слышали сирены иногда. Но что не скажешь о вчерашнем дне. Вчера посреди дня прилетела по центру Харькова. Как известно, пострадала поликлиника, жилые дома. Также, к сожалению, не обошлось без пострадавших. Пострадали мирные люди. Также известно, что пострадал ребенок. Вот так бывает спокойно-спокойно, но в один момент прилетает и страдают, в общем, люди. Люди, также многоэтажные дома, здания, ну и автомобили гражданские. Всем приносим наши соболезнования, всем пострадавшим. В общем, ребята, такая непростая, напряженная, все равно в Харькове сохраняется обстановка, к сожалению. Всех хотим поблагодарить, кто с миром и добром у нас на канале, также кто подписался недавно наш канал. Так, Света сейчас с Тимочкой отправляются в магазин. Также сходят немножко прогуляются перед сном. Всем привет! Мы с Тимочкой идем в магазин на новую почту. Ну и еще пойдем, давно не были уже мы в парке. Пойдем прогуляемся в парк немножко. Так, мы сегодня на колясочке идем. Погодка есть тучки, но оно все равно жарко. Когда на солнышко выходит, то капец жара. А так, когда прячется за тучкой, это вообще нормально. Людей сегодня не очень много, так как будний день. Мы сейчас идем на почту, потом в парк. В парк давно не ходили. Расскажу позже, почему. Сейчас пойдем немножко прогуляемся днем. Там. А потом на обратном пути зайдем в Аврору. Бо Тимочке обещала вчера машинку купить. Поэтому пойдем ему за машинкой. Мы пришли на площадку в парк. Тимочка там уже с девочкой развлекается. Играется в песочке с девочкой. Людей очень мало, детей нету почти. Тимочка, как всегда. Так, нельзя биться только. Аккуратненько лопаткой. Аккуратно. Танцуешь? Куда идти? Куда? Я забирала некоторые игрушки. Мне не нужно. Девочка не хочет играться. Не хочет машинка играться. Ты делишься, она не хочет. Тимочка. Не хочет девочка машинка играться. Не хочет. Лень, отвлек. Нет. Нет. Мой палец. Нозе, да, коленка. Вот тут закапана машинка. Вот тут закапана машинка. Раскапала ее. Вот тут машинка раскапана. Тут я закапала машинку. Вот тут. Раскапала. Глубоко, глубоко. Глубоко, глубоко. Сыпать не надо на нозе. Давай, давай, я помогу. Давай. Поставь. Давай. Давай. Так, 6-7. Давай, поворачивайся жопкой. Давай. Стой, стой, мама с этой стороны тебя ловит. Давай, давай. Сам давай. Побежали еще. Thank you.
вот сюда. Сюда, сюда, сюда. О, о, сейчас пойдем. Давай, мам, лягу, чтобы ты не упал. Давай. Дрил, дрил, дрил. Это дрил. Дрил, это уже. И давай спускаемся. Давай. Давай, давай, давай. Поехали. Так, мы с Тимочкой уже пришли. Сейчас машинку он хочет. Тимочка, какую ты хочешь машинку? Давай-то. Что? Это не машинки. Одни машинки. Пошли вот тут посмотрим машинки. Вот они, сынуль, вот они. Давай посмотрим, какую. Давай мама тебе посмотрит, какую машинку, да? Какую, сыночка? Вот такую? Вот такую хочешь? Ну, давай сейчас посмотрим. Купили мы уже машинку. Тимочка, покажи, какая у тебя машинка. Покажешь? Показывай, какую ты машинку себе выбрал. Ух ты, какая желтая машина у тебя. Мама вчера пообещала купить. Сегодня купили, да? Долго мы выбирали машинки. Надо было все нам. Но все-таки пришли к выводу, что одну купили. Бо глаза разбегаются у него, много машинок, все хочется. То уже не машинки, то ему уже бульбашки нужны. Короче, только минут 10-15 стояли машинки, выбирали, какую все-таки возьмем. Договаривались, чтобы одну взять. Поэтому вот так вот. Идем домой, уже на дневной сон, нам нужно уже ложиться спать, мы погуляли. Поэтому идем домой. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Также не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые серии на нашем канале. Ну а мы с вами увидимся в следующем выпуске. Всем мирного неба над головой. Всем пока.